Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, ребят, сейчас я хочу, ну, во-первых, у меня 1500 самоцветов, я хочу их потратить. А во-вторых, смотри, я не понимаю, вот у меня есть геройские задания, да? Нанесите там урон, выиграйте многопользовательскую игру. Когда я переключаюсь, ну, здесь ты понимаешь, да, что здесь игра не пойдет, потому что соперников, как говорится, не найдено. Но когда я перехожу с русского языка на английский, она идет, но зато нет заданий. Нет заданий там, ребят. Так, ладно, ну не об этом суть сейчас, а суть в том, что мы с тобой должны открыть набор. Вопрос, какой набор? Какой лучше набор-то нам открыть? Но этот я не хочу, ребят. Тут уже почти у меня все есть, что мне нужно. В этом тоже. Но тут либо вот этот, либо вот этот. Я, наверное, вот этот, ребят, попробую открыть. Поехали. Я надеюсь, он откроется у нас. А то кто его знает. Так, ну это, ребята, я потом, естественно, после того, как мы откроем, я перехожу на английский язык, и мы заново запускаем игру. Так, давай только мне не очень много необычных. Так, это у нас уже редкие. Мега редкие пошли. Новая легендарка, ребят, есть. Райская птица. Ну, что я могу сказать? Я доволен, в принципе, ребят. Новая карта у нас есть и райская птица. В принципе, я не против. Также, ребят, здесь есть подарки, которые можем забрать с самоцвета. Но это только вот здесь, на русском языке. Ладно, открыл, как говорится, я паки. Пошел теперь на старую версию. Точнее, на английскую версию.
Слушай, ребят, смотрите-ка, я перешел на русскую, потом вернулся обратно сюда, на английскую раскладку, и у нас появились задания. Появились задания. Так, ладно. 42-й ранг, как ты видишь, у меня в данный момент. А за кого бы нам поиграть? За кого бы нам поиграть? Может быть, за, за зомби? За каких-нибудь, а? Давай начнем за лисенка. Я сразу говорю, что-то я отвык, честно говоря, играть за зомби. Я сейчас вот только на розе сижу, как этот. Роза. Куча навоза. Поэтому давай играть. Заодно, как говорится, разомнусь. Это уже... Я и забыл, как играть. Так. Это что за колода-то у меня? Что за колода? Ой, ребята, вот эта колода. Это вообще какой-то левак мне выпал. Прикинь. Офигенно. Пропустим. А чё он ничего не делает, а, ребят? Так, допустим, я сделаю. Оригинально. Грибная эволюция, что ли? Или как это называется там? Колода-то, я уже не помню, если честно. Но будешь грибы свои ставить? Вот так вот, да? Я тебя понял. Ну давай, два урона, окей. Ага, тут три урона. Давай вот так вот сюда бомбанем. Да и все, наверное, пока. Уж не знаю, сколько там у него этих грибов. В загашнике, друзья мои. Ух, не знаю я. Это бесполезно, этого мы уничтожим, друзья мои. А, вот так даже, да? Блин, лишь бы он сюда не бомбанул, друзья. Серьезно сейчас? Офигенно, блин. Офигенно! Это случайно не читерок ли? А, друзья мои? Как ты думаешь? Не читерок ли это у нас? Пахнет каким-то читерством. Угу. Так. Угу. Ну, у него еще три карты есть. Посмотрим. Так, два урона сюда. Ага. Поехали. Давай, давай, давай. Добирай там. В бок бей. Молодца. Давай на воду, пожалуйста. На воду поставь мне.
Все, до свидания. Хотя, подожди, до свидания. Ну да, хоть до свидания, ребят. Пробиваем ему лицо. Грибник вшивый. Не удалась у него грибная, ребята. Хиробора, так скажем. Фига себе, сразу два задания. Опс. Так, за бесенка мы сыграли. Давай следующую партийку мы сыграем с тобой за... Блин, ну прежде чем играть, мне надо посмотреть, что за колода, ребят, хотя бы. Очень странная и мутная колода, если честно. Ладно, давай попробуем сыграть за нее. Этой колодой никогда не играл, по-моему, даже. Но, тем не менее, ребят, попробуем. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шишки. Достается роза, да? Остается роза. Давай там ставь свой подсолнух. Доставай свой подсолнух. Пропустим. Сейчас она придумает. Если у нее, ребята, подсолнухи, это значит, у нее есть паттайя. Вот. А если у нее есть паттайя, значит, все очень будет плохо. Я все равно перемещу сюда. Бонусную атаку, конечно, не сделаем. А обычно сделаем. Та-ин-да-ри-да-да. Давай так вот. Заодно на могилу едов проверим. Могилы едов нету. Могилы едов нету. Что он тут может дальше придумать, ребят? Ну давай так вот сделаем. Сорок восьмой раз, друзья. Тут уж как бы, ну, не до шуток совсем. Я тебе так скажу. Давай таким сделаем образом. Ой, как фартануло-то. Погнали. Блин, ну это совсем не то, что я хотел бы. Выкинем ее, наверное, да? Эту птичку райскую. Тай-та-ти-та-тайс. Тай-та-ти-та-тайс. Блин, самое фиговое, ребят, вот в этом, что я сейчас сотворил, чудил. Во-первых, я не знаю, есть у него там заморозчик могил или удалитель могил. Кто у нас вот здесь стоит?
Немножко неправильно получается. Здесь гробовщик, а здесь получается тахламон, да? Угу. А этот у нас без бонуса получается. Да не забывай, что он ни одной ульты не потратил. Покамись. Ни одной. Угу. Вот так вот у него даже, да? Ну это ладно, этого бомбанем. А вот здесь-то как сделать? А здесь-то как сделать? Да, наверное, пока никак. Этот-то пробьет? Хрен там, хрен там. Он пробил в блок. Понимаешь? Он бьет в блок. Кровожадности у меня нету. Уже есть. Кровожадности нету. Кровожадности нету. Я не знаю, что он там. Он может его превратить в кого-нибудь. В какого-нибудь охламончика, скажем так. Сейчас посмотрим. Он может его вообще уничтожить. Он его превращает в розу. Ну, в козла, точнее. Угу. И на этом получается, что пока все, да? Погнали. Вот это, конечно, не очень хорошо. Для меня, что здесь это райская роза. Райская роза, блин. Райская роза. Давай так поставим, посмотрим сейчас, что он там сделает. Заморозил, молодец. Не надо мне говорить, что у тебя хилы. Придется уничтожать. Ребят, придется вот это говно нам бомбить с тобой вот так вот. Других-то все равно вариантов нету. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну и пока, как бы, наверное. Ну, наверное, да. Поехали. Он этого, наверное, превратит в кого-нибудь, скорее всего, нет. Вот этого. Либо минус 1-2-2, либо еще что-нибудь в этом роде будет. Я сомневаюсь, что он захочет, чтобы я добрал карту. Блин, а в чем тогда прикол? В чем, ребят, прикол? Ну давай так сделаем. Так, что нам бомбануть-то? Давай здесь бомбанем, наверное. Или как? Так, наверное, лучше сделаем. Больше, блин, никого бы не поставить, к сожалению, на воду. К сожалению. Сейчас вот этого, наверное, уничтожат, ребят. Скорее всего. Ну да. И 7 в лицо получаем. Дерьмовенько все. Не забывай, что у него есть последняя, ребята, карта. Мы прекрасно знаем, что это за карта. То, что вот у меня нет на воде никого, вот это вот обидно, конечно. Райская птица. Нет, 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 нет. Хильнуться, да, хочет? Хочет хильнуться, короче.
Друзья мои, этого нет смысла убирать или есть? Блин, на воде нет никого. Вот в чем проблема-то, ребят. Сделаем так, и все. Больше мы ничего не сделаем. Вся проблема, что у него нет никого на воде, и дают вот тут дерьмище. Вот это вот. А у меня даже ландшафта здесь. У меня даже ландшафта нет. Я только сейчас увидел. Ай, что-то. В общем, он у нас охламон. Он у нас не прошел проверку. Поэтому, друзья мои, двигаемся дальше. Так, мы сыграем. Да что такое-то? Что там колется-то мне в плечо-то? Ну что, теперь попробуем за заразительную. Заразительное сердце. Дай хоть гляну, это что за колода? Ну, типа на танцорах получается, как бы. Ну, что в футболке не так-то, блин? Что там колется мне в плечо? Или это, блин, мышца где-то, хрен его знает. Ладно, смотрим, короче, за заразительную сальцу. Вот это вот лишнее, наверное, пока. Так, поставим. Ну и чего тут? Что мы тут можем сделать? Вызвать пока танцоров можем. Не знаю, стоило ли это делать. Слушай, вот эта карта хороша. Эта карта действительно, ребят, хороша. Но он на бабах. Все, я понял. Он хочет на бобовых, ребят, сыграть. А вот как оно пойдет? Вон кто у него. Почему? Давай я, наверное, пропущу ход. Мне надо удешевить, ребята, карты. Угу. Заморозка, что ли? На заморозках! Серьезно, что ли? Итого 3 хп. Смотри, как кто у него тут есть. Значит, заморозки, да? Ну, давай сделаем. Сделаем вот так. Че я тупанул? Я тупанул, ребят, сейчас по-жесткому. Пипец. Пипец. И ураган еще, блин, к тому же. Ёпарсеты. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять на 20, мне хана. Заклинаний нету этого дурачка, блин, никак. Даже нету этого удар, который, знаешь, этот минус 3 делает. Был бы он бы, все бы, было бы нормально. Так, этот тоже не прошел проверку. Давай, друзья мои, за супермозг попробуем сыграть. Я за него вообще не умею, честно скажу. Вообще не умею, ребят. Если сейчас розу что-то нет, орегали.
Это я так пробегусь сегодня за зомби, чтобы немножко освежить память. Орех, я надеюсь, не зеркальный. Да хотя тут и такой орех тоже будет нормально, ребят. Две ракеты сразу. Это что за подстава, ребят? Давай так поставлю, допустим. Допустим, ребят. Он использовал могилоеда. Давай еще разок проверим. Есть. Ну, есть, да, значит. Ну, а что если я вот так вот сделаю? Ну, это, этому-то все равно плюшка. Этому все равно, ребят. А, какой крышка? У нас же не пробивной. Господи, что я... Опять пока ничего не могу сделать. Куда ты мечтаешь? Это твое дело. Так. Так, посмотрим. Угу. Хилище, да? Погнали. Так, ну он три хильнет, три отнимем, да, у него получается так. Нет, на один больше он все-таки хильнул. Где заклинания-то все? Скажи-ка, блин, скажи-ка, дядя, блин. У него есть уничтожить чем-то. Ну, ребята, по картам проседает офигенно. По картам он проседает офигенно. Отлично. Ага. Ну, у тебя еще шесть. Так, жаба. Солнечная, которой, ну, понятное дело, не жить. Оп. И вот так. Плюс вот так сделаем. Но он отхиливается, да, ребят, отхиливается потихонечку. Я пока все, больше ничего не могу сделать, к сожалению, друзья. Так, вон там лепит. Это древеси... этой древесине, ребят, кранты. Этой древесине кранты. Поехали.
Угу. Давай так сделаем. Ему либо сюда ставить, либо сюда, если конечно. Ага, во. Крокодильчик. Крокодильчик у него. Так, блок сработает? Блок. Орех? Орех ему выпал или нет? Как думаешь? Орех, друзья мои. Что может еще выпасть ему? Выпасть ему? Конечно же, орешек. Фонарь. Ну, фонарь разнесем, если... Угу, даже так. Поехали. Так, посмотрим, кто здесь у нас сейчас появится. Ой, шикарная карта. Он уже не знает, что делать. Хорошо. Все, сдулся. Так, ну что, ребята. Супер мозг, как ни странно, без заклинаний практически, ребят, выиграл эту катку. Так, ну а мы двигаемся что? Мы двигаемся с тобой на следующего нашего. Это у нас Земех. И я вот за Земеха, друзья, 1000 лет не играл. Вообще за него сложновато. Но, как говорится, может быть, повезет сегодня. Попробуем. Против кого? Против картошки, против бабаха играем, что ли? На Гаргантюаха, что ли, у нас бабах будет? Что-то не пойму я. Угу. Придется потратить в этот суперудар. У него бомбочка есть, как думаешь? Ну, мина, бомбочка. Нету. Но мне кажется, он уже понял, да? Куда я стремлюсь. Так, ну вот этого уничтожаем. Вот этого вот. Вот у меня вопрос такой, ребята. Где все гаргантюа мои? Вот скажи мне, блин, на милость. Сейчас бомбу сюда поставят. Горячку свою, блин. Че? У него же наверняка есть могилоед, да? Давай проверим. Да ты заколебался своими пингвинами этими. Горячку, доставь ты горячку сюда, хоть две горячки. Четыре в лицо нам все равно прилетит, если блок, конечно, не сработает, ребят. Кого он его превратит? Блок сработал. Прекрасно.
Так, здесь он взрывает. Так. Куда он там стоит? Сюда, да? Окей. Колизей. Да. Блок у него еще сработает. Блок сработает. А он будет превращать эту воду? А, он это вообще. Он еще ему хильнул, да прикинь? Ты оборзел, что? Ну это вообще, ребята, просто... Да просто ему, блин, фартануло. По-другому не скажешь. У него наверняка бомбочка есть. Чё себе так сделаем? Заколебало. Угу. Чё у нас там? Сногсшибательный урон, и все равно, ребят, не сможем пробить, да? Тут всего лишь 6. Сгори! А, у него 2 этих хламона. Вот это бесяво, прям. Я не пробил, ни хрена, блин. Еще и гриб. Слушай, он тут какая-то им. Еще не легче. Чего, блин? Это что такое, друзья, было сейчас бы? Вот это что, блин? Объясните-ка мне, блин, на милость. А мы бомбить не будем, что ли? Я не пойму. Ну? Окей. Интересно, у него есть бомба? Нам, наверное, повезло, друзья мои, сегодня. Ой. Как ты думаешь, повезло? Я думаю, даже очень. На! Блин, у него нам одно хп оставит. Какое нам повезло, блин? Какое нам повезло? Не, повезло. Ух! Ну, читер, ну согласись, читер. Просто самый настоящий, друзья мои, читер, блин. Да, замех. Нелегко тебе сегодня выпало. Но он справился. Он, ребята, справился, молодца. Хм. Красавчик. Мне блин, роза. Ну, с розой все, ребят. Поплыву туман над рекой. Сейчас, вот увидишь.
Тем более высший ранг, высшая лига. Да мне дадите карту такую. У меня нет слов, ребят. Ну что надавали-то? Да. Выдали, блин. Давай так сделаю, посмотрим. Будет превращать, интересно. Кусок дебила. Подсолнух. Ну, давай так сделаем, хрен с ним. Погнали. Ну, одну единичку энергии получит. На одну единичку больше получит личная энергия. Ну, хрен с ним. Это на всякий случай, ребят, я оставил. Если он его не уничтожит, мы его можем поставить, перекрыть. Он ждет, ребята, энергию. Он ждет энергию. У вас ему нужно 8. Ему нужно 8. У нас тут заморозка. Так, ну если мы его даже заморозим, сколько мы ему оставляем? 10 хп. А, он же сейчас сможет поставить как раз таю, ребят. Вот сейчас мы сможем поставить. Посмотрим, куда оно ее влепит. Ну, наверное, сюда куда-нибудь. Я же говорил. Я же тебе говорил, что он ее сюда влепит. Поехали. Интересно, у него две штуки или одна? Как думаешь? Мне вот интересно просто знать. У него еще хил есть. У него еще есть хил, друзья. Так, мне нужно сколько? 3. Сколько у него, интересно, вот этих хилов? У него может быть кукуруза, кстати, еще.
И у него сейчас сработает заклинашка. Если что, мы этого можем обмануть, если... Если он под таю еще одну не поставит. Нет, у него другое кое-что, ребят. Так, так. И сюда, знаешь, что не хватает? Только розы. Сюда не хватает только розы. Бамс. Кого? Это он что ж, наверное, мне, да? Ну да. Этого. Пока хорош. Должна быть, ребята, у него еще одна потая. Да, да, обязана быть. У него кукуруза. Угу. Так, кукурузу мы вырубаем. А этих парнишек превращаем в кого-нибудь. Я не знаю, в кого-нибудь превратятся у нас. Ну и вот здесь, наверное, так сделаем. Давай в блок. Ну так сделаем, хрен с ним. Интересно, есть у него это питая, потая, блин. У него может быть кукуруза, опять же. Пошел за хилом. Очко, ребята, сыграло, не выдержало у него. Так. Так. Воу, 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 взрыванул, блин. Тоже мне взрыв, блин, и этот еще хильнется, да? Сделаем так. Сделаем так. И вот так. Там уж не знаю, ребят, куда выпадет карта. Да это мне и не нужно. Три. Не очень, ребята, хорошо. Даже скажу тебе, очень плохо. Шесть, шесть. Да, тут все, тут мы... Ну, никак не получится. Этот ДН добьет. Но если даже блок попадет, ребят, нас не спасет этот блок. Если честно. Нам столько прочерков с тобой, ну не уничтожить. И на воде не прикрыться, тем более. Понимаешь? Никак, ребят. К сожалению. Как бы тут не пыхтел. Хотя колода говнище полное. Веришь, нет? Ну и чё? И как? Нет, не получается, ребят. Сейчас этот бомбанет. У него, короче, колода на прочерках, друзья мои. А так как мой
Никамус не имеет возможности хильнуться. Ну, колода говно. Вот мое тебе, как говорится. Если бы я, например, бы играл бы... Ну, за кого, например? За бессмертию, грубо говоря, на ее заклинание, зомбобот, все там подобное. Плюс это телепорты. Он бы уже давным-давно, ребята, бы в пыли валялся бы. Землю жевал бы. Что я сделал? Я забыл персонажа взять. Ёпарасете. Ай, Рэй, ты затупил. Я тебе даже скажу больше, ребят, что это не моя колода, это не основа идет. Это пробники, как всегда. Он ждет, ребят, урон. Значит, он работает на хилах, точнее, играет. Он играет на хилах. Он сразу пошел прикрывать жопу свою рваную. Ладно. Это и надо было. В какое-нибудь фуфло сейчас превратимся, как всегда. Давай посмотрим, есть ли у него молоточек. А, у него газонокосилка есть, ребят. Нормально? Орех с газонокосилкой. Ну, для меня это, конечно, немножко дико. Но это для меня. Ты как-то вот немножко не в тему ты, блин. Где-то я уже это видел. Друзья, где-то я уже это видел. Тебе не кажется? Так, если я ставлю, это бонусная атака, да, происходит у нас? Бонусная атака. Ну да, хиляется. Блин, а чё? Твою-то налево. Его же можно было поставить. О-о-о, друзья мои. Вот какого лешего-то я его не поставил? Ну, пипец, друзья мои. Вот это я тупанул. Вот это я тупанул, я тебе скажу так. Ну этого мы уничтожим, если что, через ландшафт, ребят. Но... Слушай, ну как Варик... Рэй, ну ты тупой. Я все по хпшкам сужу, ребят. Я все сужу по хпшкам. Как старый дед. По хп. Придется замораживать его. Друзья, придется его замораживать. От этого дебила. Нет, зачем нам этого, когда вот этого надо замораживать?
Хильнется сейчас, да ведь? Хильнется, у него же родник, ребят. Че, еще бомбануть, что ли? Во время игры, друзья мои, не принимайте коктейли. Ты чё, Рэй, тупо... Ну и это надо было. Это мой косяк, ребят. Я совсем забыл про этот... Про пикалинат, или как его... Пикина... Ой, тихо. Хорош уже, завязывай давай. Так, ребята, гляну сейчас, какая-то колода у меня. Которую нереально реализовать, да? Кстати, недавно играл за Розу, и была такая колода, по-моему, у ржавого разряда, где он ставит... У него, короче, у него в колоде были... знаешь, вот эти вот... зомби, которые удешевляют тебе карты. Карты заклинаний. Вот это вот. Как ее звать-то там, блин? Гаргантолог или... Нет, гаргантолог это вот. Типа училка, зомби-училка. Мне читер достался, у которого были в этой колоде, я так понимаю, это и вирусы. И я его разнес. Но ты бы видел, там была эпическая, ребята, битва. Просто эпическая битва. Как думаешь, что он тут затеял? Я рискну, наверное, я посмотрю, ребят. У него, может быть, есть орех прикрыться? Интересно. Ага, вот так он делает, я понял. Да, неплохой вариант. Интересно, у него бомбочка есть? Нет, у него вон что есть. Смотри-ка, что делает. Так, ну я думаю, в блок там все-таки бомбанет. Ну, этот тогда. Так, мы залечим раны свои. Залечим раны свои. Уж не знаю, что он там, ребят, сейчас придумает. Но бомба должна быть у него, наверняка. Че? Могилоед? А, смотри, что у него. Так, смотри внимательно. Так, допустим, да? Он мне карту дает? Дает. У нас сколько идет здесь? Плюс 2. Там, наверное, блин, плюс 2. К атаке же? Нет, к здоровью. Поехали. А вот как дальше быть? Кукуруза?
Это не читается как заклинание, блин? По нынешним меркам, блин, да? Нет, ребята, это не считается заклинанием. В нынешних, блин, регалиях. Даже так. И вот так еще. Как думаешь, пробьет лицо? Нет, лицо-то навряд ли пробьет, конечно. Но оставит... А, нет, даже вот так вот. Ну, мне невыгодно это делать, тратить. Я даже сейчас не знаю, что сделать мне. У него может быть орех, так? Шесть лицо получать просто неохота. Выставлять этого особого желания у меня тоже нету. Давай так поставим, крест. Ты серьезно сейчас? Твою мать! Он думает, что у меня заклинание, что ли, есть? Ну, давай так попробуем. Хорошо, что я взял вот эту штуку. А вот это плохо. Прикинь? Пипец. Ну, если это... Ай, он же бомбанин, пробьет мне лицо, ребята. А если так сделать, он все равно пробьет лицо. Вот это ублюдство мешает, ты понимаешь? Помирать так с музыкой. Нет, Гаргантюа нормально здесь шел, но, к сожалению... Вот, вот это... Где ты была раньше, тварь? Где ты раньше-то была? Ё-моё, ребят, ну... Сам понял, да? Нет, Гаргантюа заслуживает, ребят, еще одного матч-реванша, потому что, ну... Понимаете, в чем проблема? Этот чувак играл без бомб. У него не было бомбочек. Он мои Гаргантюа разнес чисто, ну, вот так вот. Без бомбочек. Бля, опять роза. Опять роза, блин. Ну что, ну что вот это такое? Ну, Гаргантюа, ты потерял свой шанс на реабилитацию. Ну что это, блин? 7-9. Нет. Кстати, вот эта вот карта самая бесполезная в игре, ребят. Я вот сколько играл против Гаргантюа, сколько они там хилочек свои не ставили, это им не помогает. Иди отсюда, выстрел свое говно сюда. На командных, что ли, этих будет играть? Ничего. А может, это было как замануха? Я не знаю, ребят. Давай так поставим. Хилах? На хилах? Может быть, кстати, хилах. Нам тогда придется с тобой заблокировать ему хилы.
А он ничего не делает? Ну, он копит ману. Мне кажется, так. Будем надеяться, я ошибаюсь. Ох, не нравится ему, да? Нет, скорее всего, что-то здесь другое, друзья. Что-то здесь другое. Даже так. Ну понятно, что. Ну что он там думает, превращать в стебелек или не превращать? Или в козла, в кого там? В козла. Так, ну он потратил, но это только одно заклинание, друзья мои. Бомба есть, нету? Заморозка, может быть. Да там что-то хрена может быть, ребят. Командная какая-то. Ага, вон как. Так, нам надо будет хильнуться и... Ну как-то так. Угу. Восемь хп. Ага, сразу побежал за помидорками. Кого там выкинет? Его откинет? А, еще хинус хочет. Так сцикло, потому что, ребят. Давай блок. Да. А мне блока не надо. Давай, кстати, знаешь, что попробуем? Прямо сейчас создать с тобой колоду. Я просто хочу посмотреть, ну, например, выберем, ну, новую, например, да, получается. Ну, вот эту. Мы ее с тобой переделаем полностью. Так, вирус оставим. Это пускай остается, это остается. Сейчас, секунду. Получится, не получится, не знаю, ребят. Так, этого, наверное, оставим, это ставим. Какая-то спортивная колода у меня здесь, по ходу дела, была. Так, этого ставим. Угу. Вот, смотри. Можно, в принципе, вот этих вот взять, двух. Так, а где вот это вот? Вот. Раз, два. Опять же, ребят, как повезет. Может повезти, может не повезти. Что у нас там хоть этот? Так, так, так. Так. Взять вот этого. Что так много? Нью, новинок, новинок, новинок. Столько новинок, блин.
Это ржавый разряд, да? Это ржавый разряд. Так, ландшафты у ржавого разряда есть? Ландшафтов только один. Мозг. Например, вот этих взять. Может быть, лунную походку, блин. Две кровавых луны. Спасут ли эти две кровавые луны? А сундук можно мне взять, сундучок? А, вот, портал надо взять. А сундуков нету, да? У ржавого разряда нет сундука, оказывается. Ну и как вот ты думаешь, вот такой колодой? Как бы и есть все, и в то же время хрен что есть. Ладно, давай попробуем. Кстати, подожди, у нас вот этих вот за 5 маны сколько? Один или два? За 5 маны один. Один он, к сожалению. Ну что, друзья? Че, подожди. Чего? А в плане все нормально, че? Давай сыграем. Это, ребята, эксперимент прямо на ваших лицах. На ваших лицах, на ваших глазах. Будет эксперимент с вот с таким вот. С такой колодой. Опять же, ребят, зависит все, кто нам попадется. Циклон. Какую жопу ниндзя, а? Сейчас будет проверка на вшивость, ребят. Конечно. Умный тоже мне нашелся. Воздержусь. Фонарь. Проверка. Потратил это. Хорошо, ребят. Это хорошо. Кто? Нормально. Проверка на вшивость. Че, он же успел уже урвать, что ли, блин? Тратит могилу еда. Я не знаю, стоит ли мне, друзья, тратить. Давай потратим, фиксим. Годится. Худо-бедно годится. Так, я не знаю, кого он там на воду поставит. Но я, наверное, сделаю. Блин, мне нужно три. Давай это сделаем так. Я не знаю, кого он на воду поставит. Посмотрим сейчас. Это не поможет. Ну, это еще так себе.
Давайте уничтожаем его. Да, уничтожаем. Блок сработает у него, как думаешь? Конечно, ребятушки. Ну, а как? А как иначе-то может быть? И пошел добор карт, да? Могила есть? Конечно, есть. Конечно, есть! А, у него не могила, это у него откидывание. У него откидывание могилы. Вселит ее, что ли, что? Ага. Кстати, вот это хороший план, ребят. Уж не знаю, насколько рабочего. Так, да? Я сейчас охренею, если у него еще один могилоед будет. Не, я, ребята, все, конечно, понимаю. Вот этого я не понимаю. Расплодилась тварюга. Ему только заклинаниями сейчас пользоваться, да? Получается так. В общем, наш ржавый разряд сфейлился здесь, ребят. Я вам сразу говорю. На самом деле, если хочешь знать, и если хочешь побеждать, то надо играть за определенную колоду очень долго. Не так вот, как за одну, за другую. Я, например, за Розу очень долго играю и знаю практически, ну, уже примерно, какой враг и чем будет играть или ходить, так скажем. Вот. Угу. Кстати, ты в курсе, что вот этого, как его звать-то, блин? Эту редиску с меня слезали. До того, как я играл, друзья мои. Как тебе объяснить-то? Короче, до того, как я ее стал применять, не было ни одной колоды. Я не видел ни одной колоды до меня, чтобы кто-то ее применял. Я ее применял, а она у меня работает в колоде за Розу. И сейчас, потому что все получали от меня звездюлей, начали применять вот эту вот редиску. Хотя это не точно, ребята. Может быть, кто-то до этого еще тоже практиковал с ней. Но мне она нужна была именно вот для отхила. Я потому что в свое время помидоры убирал, хилялся. Да и много еще чего. Так, это кто у нас был? Это был у нас ржавый разряд, который... Ребят, не он тупой, не ржавый разряд. Ржавый разряд хороший, колода говно. Ой, ой, не будем, не будем, ребят. Я не буду за него играть, это отстой полный. Давай за бессмертие вот сыграем партийку. Даже не буду смотреть, что за колода. Просто интересно так сыграть. Это знаешь, как в картах. Ты не видишь, что там у противника, но ты играешь.
И дай бог выиграешь. Просто единственное, что заведомо колода дается рандомно, а здесь колода. Как вариант. Как думаешь, рискнуть? Давай рискнем. Есть у него солнечный удар, как думаешь? Вот если есть, это просто фарт. Окей. А дальше у меня идут заклинашки, ребят. Пускай там лепит, что хочет. Грибочки. Но этот же погибнет, я так понимаю. Да. Что он сейчас влепит? Ага. А мы? А мы с тобой фуфло поставили. Ого, вот это вот хорошо. Давай так. А вот так. Вытворяет. Ну почему ты сюда-то его влепил? Сделаем так. Интересно. Ну, если так. Будет он не просто же так, наверное, эти. Ну, хорошо. Гриб. Грибная. Ну, понимаешь, на грибную не очень похож. Хотя грибы вызывал по умолчанию. Очень интересно. Так, уменьшает. А в чем, ребят, прикол? Вот, вот то, что он уменьшил, я не понял. Ну да, урона получит поменьше. План коварный, да, у тебя? У тебя же какой-то коварный план. Еще лучше. У меня телепорт, друзья мои, есть. Он, видимо, этого не знал. И бессмертие на телепорт, ребята, будет. И, кстати, великанус тоже. А у меня, знаешь, сколько? У меня всего два телепорта в игре. Что зависло-то? Эй! Игра! Вот тебе на, ребятушки. Вот тебе на, вот тебе и приплыли. Нет, профукалась. Пропукалась, пропердилась игра. Я же, наверное, захмелел, да? Хорошо, ребятушки.
Ну что, еще разочек за бессмертие попробуем. Пускай исправляет ошибки за других. Как алкоголик, блин, целые мешки, блин, бутылочек. А что я хо-хо-хо-каю-то? Ну, в принципе, ребят, у зубостезилы, ну, есть хорошие комбинации. Кстати, до розы зубостезила у меня была топовая, а до зубостезилы был гаргантюа и, если не ошибаюсь, ржавый разряд на спортивной колоде. Угу. Орех периодически встречается у меня до сих пор. А почему так? Знаешь, почему бы он здесь, ему было бы тяжело бы играть? У зубостезилы есть один большой минус. У нее нет уничтожителей надгробий. Вообще никакого плана. Ни откидывания, ни уничтожить. Она от этого очень сильно страдает. Очень, ребят, сильно. Я вот сколько играл, у нее только нормальная, наверное, адекватная колода. Это на хилах. На жестких хилах. С уроном, все там подобное. У нее, в принципе, для этого все есть. А вот это плохо. Блин. Ой, блин. Все, приплыли. Да-да, друзья мои, это гриб. Опять же гриб, который нам попался в первый раз. Там мы его раскатали. Слава богу. Он здесь что-то хочет выставить. Что? Он может грибочек поставить сюда. В ряд. Ничего он не стал ставить в ряд. Так. Я не удивлен. Но ему не жить. Хотя если он прикроется. Я думаю, что на этом все. Нет, ребят, не все. Мы попробуем, знаешь что, на понт. Пускай он наберет там фул колоду, я не знаю, чего. Фул рука говна у него всякого. Блин, интересно, у него есть гриб, ребят?
Держал он в руке гриб. Или не держал? Блин, четыре ноги, сейчас забомбит. Забомбит. Тварь! Ёпарасыте! Вот это тварь, ребят! Ты прикинь! Все, я ничего сделать не могу. До свидания. Алюм-струфулюм, блин. Да все тут каналят. Ты прикинь, у него этот ураганчик, он до последнего его держал, гад. Ну, здесь, ребята, вина... Ну, у нас не было заклинаний, ну ты сам видел. Выпала какая-то херня, на самом деле. Вообще, подожди-ка секундочку. Я кое-что гляну сейчас, с вашего позволения. У меня... Я хочу глянуть, колода та или не та? Я тебе скажу, что это вообще левак. Это левак, это пробник. Это пробник, друзья мои. Сейчас я вам покажу колоду, с которой я играл. Это что там за бред вообще был? Это что был за... Что за бредовая колода? Сейчас, секунду, подожди. Так, не то. Номер два, это не подходит. Номер два, номер два. Да дай ты мне другую посмотреть-то. Номер два, номер три, номер один. Слушай, друзья, у меня что, один всего лишь портал? Вообще в колоде один портал? Я даже сейчас... Я не смогу распетрушить, да? 2780. Друзья, давайте возьмем порталы. Если не ошибаюсь, они стоят... А сколько они стоят? Неужели они, она стоит 4000, портал один? Где порталы? Да вы издеваетесь, твои налево, блин. Вот, сколько стоишь? Портал, друзья мои, стоит 4000. Сколько ты стоишь? Две. У меня один портал в игре. Подожди, ну по-моему... Ну только не зависай, а. Так, 1-2 нам не подходит. Колоды, 1-2. 4, по-моему, тут, да, не подходит? 4. А у меня 1-1, тут дофига еще колод. Этой, по-моему, мы играли. По-моему, играли, да? Давай за нее попробуем сыграть. Вот за эту колоду. Она 50 на 50, вроде бы нормальная, вроде бы и нет. Все покажет матч. И вот, кстати, Нептусь. Друзья мои, Нептусь очень редко попадается.
Вот я играл всякие, но чтобы нептусь очень редко выпадет, когда. Я даже прям, я не знаю, а. Мне, да... Все. Я расстроился. Я сейчас за розу, ребят, сяду играть. Ох, я сейчас сяду за розу играть. Давай урон будем наносить? Ну, давай урон нанесем, фиг с ним. Урон будем наносить. Чем? Бочкой, блин. С вазелином, блин. Ой, ребята, блин. Слов моих нет. Понятное дело. Лишил меня гад добора карт. Сплежи. Поехали. Он сейчас поставит орех. Скорее всего, сюда. Напередок. Ну, можно и так. Можно и так. Ну, ландшафт можно поменять, в принципе. Почему он сюда не стал достать орех, не знаю. А я догадался, ребят, почему он сюда орех. У него есть... Как звать-то его? Скажи, я скажу тебе. Давайте только нормальное что-нибудь. Пойдет с пивком. Интересно, догадается, что я здесь хочу поменять? Нет, друзья, у него немножко другая тактика. Халява. Мы сможем с тобой взять две карты. Сейчас глянем. Так. Потратил, ребят, потратил он. Угу. Обмен, грубо говоря, любезностями. Единственное, что здесь, ребят, у него сработает вшивый блок. А, у него блок сработает. Какой блок, блин. Бомба, у него 100% есть бомба, ребят. Я просто чую, что есть бомба. Давай так сделаем. Зеркалка. Зеркалочка, ребята. Так, ну урон мы здесь не нанесем, да? Куда он там свой орешек поставит? В жопу себе воткнет.
Угу. Так, ну что там натыкает? Я не знаю, есть ли смысл. У него наверняка, ребята, сейчас либо бомба сейчас будет, либо этот орех, который наносит. Как он? Пикалинат, блин. Или Пикачу, блин. Тварь. Тварь, друзья мои. Да ну и что, что мне это, блин, чем мне это поможет, блин? Да все тут хана, ребят. Потому что я знаю, что такое зеркальный орех, и мне не надо об этом даже говорить. Это моя истинная колода. Ну что, теперь я вам показываю, ребята, что такое роза. Хотя вы, наверное, и так знаете, что такое роза. Все прекрасно видели, но опять же, ребят, опять же... Не все умеют за нее играть. Хотя тут особого-то умежа и не надо. Твою мать, я опять, по-моему, не ту колоду взял. Ладно, посмотрим. Да видишь, там колода меняется все время. Где ты, Ванус? С своими доборами. Был козел и нет козла. Ты сейчас серьезно? Прокачивать будет, да? У него заморозка там, ребят. Он сейчас сюда потратит. Угу. Мне дотянуть до 6, а потом я его бомбану. Опять что-нибудь поставить его? Нет. Так, подожди секунду. Давай так сделаем. Ну ладно, хрен с ним. Немножко. Он мне понятно, что он блок сейчас бомбанет. Замораживает. Но он же не думает, что он сейчас в блок бомбанет меня. Да это как бы тоже меня немало волнует. Давай. Любую карту. Отлично. Ну вот так вот. Потом можно будет кукурузу, в принципе, влепить. Или не стоит ее влеплять?
там в блок сработает. Или бомбан. Короче, давай сделаем так. Четыре. Улетел. Ты сдохнешь? Угу. Давай так сделаем, хрен с ним. Сколько он там, 2 накопил себе, да? Ага. Так, кто у него там может быть? У него там может быть, ребят, заморозка, верно? Верно я говорю? Тогда до свидания. Нет, на животных, ребят. Он чисто тупо решил сыграть на своих вонючих вот этих вот крысах и там подобное. Понимаешь? Потому что это зомби, ребята. Зомби, животные. Поэтому они вонючие. Вы не подумайте, что я злой какой-то и всех животных там это. Вот, смотри, видишь? Это тебе пример того, о чем я говорил, что я редиской очень часто пользуюсь. С ним будет тяжело. Если он правильно играет. А, 27-й. Ну, все равно, ребят. Так как этот любитель удешевлять карты, плюс у него есть замораживающая лужайка, будем стараться играть по краям. Если я поставлю подсолнух, он может его, ребята, бомбануть. Но я рискну. Заодно проверим, есть ли у него заклинание это с зомбиком. Вот это уже. Это уже другой, ребят, поворот. Вот он сейчас думает, что он охрененно все сделал, да? Я понимаю, что он хочет сделать. Он может поставить ландшафт сюда или как-то вот телепортнуть, если он захочет. Ну и так сделаю я. Интересно. А он все-таки не угомонится на своих этих, ладно. Давай. Все-таки заберет карту, а? Все-таки заберет карту. У меня в этой колоде, ребята, всего лишь 2 карты. Одна откидывает могилы, и другая
Так, ну что, превращаем это... Да, этого превращаем в хлам. Надеюсь, один-один. Да епарасете, блин. И вот так вот делаем еще. Что-то как-то не айс, если он подобьет мне здесь. И по картам я просел. Ой, просел по картам я, друзья. Вот, зомбик выпал. Все-таки, друзья мои, есть у него то, о чем я думаю, у него есть. Должно быть. Угу. Заморозку. Понимаешь? Не знает, как бы нанести побольше, блин, урона. Как бы, блин, побольше урона нанести. Бедолага ходячий. Хм. Еще лучше, ребят. Бля, ну вот это-то что за отстой? Знает, кого бомбить, ребят. Как ни странно, блин. Знает. Прекрасно. Так, ну мы добьем сегодня 100 кристаллов, друзья мои. Должны добить. Должны добить с тобой сегодня мы 100 кристаллов. Так, он любитель надгробий, да? Он любитель, друзья мои, еще какой любитель надгробий. Еще дали, блин. Давай, хукил. 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 Знаешь, кто мне очень редко выпадает, ребят, здесь в колоде? Говнарь вылез. Щелкнуть его по носу. Давай щелкнем. Если он берет дешевые карты, возможно, ребят, тут два варианта. Либо он хочет их через кровавую луну пустить. Либо что?
либо я не знаю, что. Разгоняется парень. Разгоняется, не на шутку. Зачем ему 5 энергии? Что у него там? Что он хочет сделать, друзья? Заморозим хлыща, да? Вот так поставим. Смотри-ка, тоже замораживает. Разгоняется. Так, перемещение, перемещение плюс это не стал делать. Тогда все. Все, ребят, он приплыл. Нет, гаденыш не приплыл еще. Так, 7. Еще 3 единицы урона и, в принципе, хана ему. Блок, блок! Твою... Уж не знаю, кто, ребята, там у него мог выпасть. Но я не имею права ему дать заклинание использовать. В блок! Не, блядь, блок не сработал. Ты серьезно? Ты сейчас издеваешься? Блок, блядь, не сработал. Почему? Почему не сработал, мать твою, блок, блин? Ублюдок. Ты думаешь, тебе это поможет? И до свидания. Если ты не уничтожишь сейчас его. Да хоть заиспользуйте это свои там телепорты, блин. Да приплыл ты, скажи, что приплыл, да и все, ё-моё. До свидания. Он думает, что он здесь прикроет этот. А вот это не забыл? Просто чума, ребят. Почему не сработало здесь? Я не понял. Или я совсем прозевакал этот момент, вспышку эту, блин. Как произошло это? Я не понимаю. Почему не сработал блок? Он, по-моему, даже не двинулся, блин. Это графа, блин. Я вообще вот, вот сижу и думаю, нахрен мне вот эта вот бомба, ребят. Не толку ноль. Она вообще у меня вот за все это время, она у меня, это выпадает вообще раз в пятилетку, ребят. А может быть даже в десятилетку. Ну что он там поставит? Он может поставить портал свой.
неплохо. Да неужели? Шесть. Шесть энергии, да? Блин, а если он... Стоит ли выеживаться сейчас? Есть у него портал? Слушай, у него не... Блин. Хорошо говорили. Заклинание. Заклинание, друзья мои, у него. Это хреново. Почему 0 единиц? Эта херня стоила, блин. Я не знаю, ребят. У него есть телепорт. Ой, у него есть ландшафт. Я же знаю прекрасно, что есть ландшафт. У него есть зомбик. У него есть удешевлялка заклинаний. Что он имеет сейчас в руках? Он почему-то сейчас акцент делает на заклинание. Явный акцент, ребят, на заклинание. Чего он вот... Пригодилась бомбочка. Чё он мутит, а? Чё он мутит, я не могу понять. Меня вот это больше всего, ребят, раздражает, когда я в неведении. Кого он сюда поставит? Хрен его знает, кого он сюда поставит. Нет, я, в принципе, догадываюсь, кого он сюда поставит. Я уже догадался, кого он сюда поставит. А что же он хочет сделать? Кровавую луну запустить? Ну-ка, давай так проверим. Оу, воу, воу! Ему не дает, да, покоя? Окей. Десятый раунд, друзья мои, как-никак. Кто у него там может быть? Как ты думаешь? Нет, нет, только не вылетает VPN, ребята. Вообще, ребята, эту катку я не могу признать честной. Из-за гребаного VPN, к сожалению. У меня не безлимитный, ребята. У меня заканчивается там, сколько там дается, час, полтора, я не помню, может 40 минут. Отключается, и все игры, которые идут на VPN. Я в Clash Royale столько раз проигрывал катки из-за вот этих вылетов дебильных. Я бы его разнес бы. Почему-то я очень сильно в этом уверен был. Не знаю, как ему там надо было бы ухитриться. Вот против бессмертия будет сложно играть. Если, ребята, бессмертие имеет 4 телепорта, а она всегда обычно имеет 4 телепорта, то это очень плохо для меня кончается. Ну, где там открывашка-то моя? Где открывашка? Вот она. Что такое? Блин, смотри, как он... Двух? Ладно. Блок жалко не сработает, конечно. Ну ладно, фиг с ним.
Хиляться будем, да? Да, будем хиляться. Козла его. Обменяемся. Ой, что делать? Сейчас посмотрим заодно, ребята, есть у него портал. Должен быть. Вот, что держал в карманчике, ребят. Ну вот это что такое, ребятушки, а? Вот это что? Вот это что? Понятное дело, что он на расслабоне, блин. Какой-то, ребята, плюс есть в нашем беззаботном деле. Хиляется. Еще раз хиляется. Заклинания пошли. Ну да, 18 против 8 как-то такое, да? Удовольствие. Не очень хорошие. Как думаешь, у него есть? Что-нибудь такое? Есть. 5 энергии, да? Ну, понятное дело, подсолнух — это, конечно, святое дело. О, в блок же, да? В блок, ребят. Не надо тратить? Нет, мне не надо пока тратить. Если я их превращу... Этого замораживать будем тогда, получается? Или откидывать? Нет, замораживать придется. Блок-то все равно сработает. У него блок, блядь, сейчас работает. Поганый блок, ребят. Что нам поможет? Если у него сейчас еще есть курабойщик, нам не поможет. Ничего уже. Десять. Что сделал? А, усилил. Опа. Опа, на. Только не сюда, пожалуйста, только не сюда. 7. 7 в лицо только лишь. Да нет, ребят, не 7 в лицо, а 14. 14 в лицо.
Что мы тут можем сделать? Поможет ли мне вот это вот? А как оно мне поможет? Мне это никак не поможет, ребят. Нет. Но если даже здесь блок сработает, если даже сработает, ребят. А что тут-то не раскрылся, я не пойму. А, ну да. Ну, тогда все, тогда кранки. Хотя, посмотрим сейчас. Он мне остался еще без карт. Ну, тут вряд ли. Я даже если я превращу его в ро... Все, хана, ребят. Даже если превращу во что-нибудь, он одну единичку урона нанесет. Тисона не было. Ну что я могу сделать? Тисона не было, ребят. Да, конечно, обидно. Два патисона в колоде. Он бы не смог бы тогда применить бы вот этот свой колод. Ну, он бы сейчас бы не смог бы, он бы применил бы его потом. Это я тебе точно говорю. Он применил бы его потом. Свой этот дебильный колокольчик. Ну вот часто, ну нахрена, вот часто мне твой патиссон, блин, наш. Я не этот, этот рандом убьет меня, ребят. Он убивает меня просто-напросто. Ну как с колокольчиком? 8 урона надо было нанести. Колокольчик. Долбаный, блин, колокольчик, а? Что там у меня? Кончилось все. Кончилась моя сосочка. Соска, блин. Сейчас я ее заправлю, друзья мои. Все будет хорошо. Полез куда-то не туда. Заправлялки нету. Что вот он делает? Давай проверим его на валун. Сид опять супли жует, а? Он, наверное, думал, стоит ли его усилять. Да? А ракетка у него 100% есть. Гляди. Ну, что придумал? Будет усилять или нет? Вирус. Точно, ребята. Вирус. Нет. Не вирус. Ну что, надо проверять ракету, ребят. Все-таки вирус. Все-таки, друзья, вирус. Ну, ладно.
Все-таки вирус, да? Так, Патиссон, нам, наверное, придется с тобой немножко поработать. Пускай он там копит вирусы свои. Он их будет копить, естественно. Опять думает, он сидит. Че, вылетел, завис, я не знаю, че думаешь, блин. Кстати, ребят, вы не обижайтесь, если кто пишет мне, когда я не отвечаю в комменты. Я все комменты вижу, которые в игре. Просто либо это на работе, либо у меня игра просто запущена. Либо я играю, потом после игры просто откладываю телефон и все. Я не могу с вами играть. Ну и как бы зачем на работе мне играть? Ну, хотя с кем-то я играл на работе. Было такое дело один раз или два раза. С кем-то я сыграл, и меня там наказали. Но там вы мне кинули вызов. Я не помню, какого персонажа он взял, но у меня был... Не помню, кто у меня был. Он играл за Гаргантюа на Гаргантюахах. Вот. Он меня в щепки там разнес. Разнес в щепки. Опа, добор карт. Шикуешь, парень. Шикуешь. Вот что думаешь, если я сейчас поставлю этого? Не буду я нафиг ставить его. Может быть, надо было. Блин, два алоэ, ребята. Ну, два алоэ выпало. Ну, блин. Не, на восьмом ранге, на восьмом ходу только разыгрывается, блин. Ну, куда? Куда они мне сейчас... Этот гаденыш припасся, наверняка, ребята, бомбочками, там, всякой шляпой. Чё-то до боли знакомое, разгоняется. Неужели тоже колокольчик? Как думаешь, колокольчик или кто? Или... Ага, вот кто. Вот кто, ребята, у него. Сколько же ты их набрал, гад? А у него еще один. А у него еще один, ребят. Да ладно, ты не жмись, у тебя там куча заклинаний. Да ладно, я не поверю, что там еще был один. Что он делает? Что захерачил? Опс! Хоп, хей, лололы. Давай сюда. Помаковка, ребят, сейчас любое заклинание снесет любого моего бойца. Круто, я попал.
Откуда у него танцоры-то? Разве у него есть в колоде танцоры? Ну, понятно, что вырубает сразу же. Шесть лицо нам светит, да? Так, только не говори, что у тебя еще... Прикинь, 12 в лицо. Нормально, ребят? И кукурузы нету. Прикинь, как обидно, кукурузы нету. Че я сделал? Да. И если у нее сейчас еще такая же комба, то это будет фиаско. Ребята, три танцора. Сколько я играю? Я тебе серьезно говорю, сколько раз я играл за этих, у меня в колоде их три штуки. Один выпадет тебе в лучшем случае, один, в самом начале. У него их три. Было три, ну ты, подумай, да это читер галимый, блин. Ну три, ну это какой коэффициент нужен тебе, чтобы выпало? У меня два патиссона в игре, ребята, вы видели, чтобы они мне каждую игру выпадали, блин? Нет. Понимаешь? Не выпадают они тебе каждую игру. А у него три танцора, блин. Ну, три курабойщика. Ну, бред. Бред, ребят. Ну, серьезно говорю, бред. Где заправка, твою мать? Я начинаю нервничать. А мне еще сегодня, наверное, ребят... А мне еще сегодня, наверное, предстоит Бравл Старс. Такой. Под шофе Бравл Старс. Бравлик тоже мне... Там меня вообще будет бомбить. Наверное. Взял и раздавил ублюдок. Просто взял и раздавил мой цветочек. Вшивый. Шел ты знаешь куда. Он что, решил меня... Блин, где Паттайя? Я позволю тебе нанести мне урон. Так уж и быть. Наноси. Только не ставь своего, пожалуйста, этого придурочного тренера. Это похуже, ребят. Это похуже немножко будет. Это будет чуть-чуть похуже. Так, стебелек есть, кукуруза есть, это уже хорошо. Это не очень хорошо. Давай от этого шлепнем. Две могилы, блин. Вот, всего две карты, ребята, у меня есть, которые, блин, даже... Нет, блин. Он сейчас начнет со спортивных этих ублюдков, наверное, я так думаю. Ну, там вот эти вот. Кто у нас там спортсмены-то? Это до хрена кто спортсменов. Я не пойму, у нас что, одни читеры, что ли, здесь в игре, блин, появились? Это-то что такое, блин? Я не понимаю, ребят.
Ну три, блин, три вот этих вот ублюдка выпало ему, ребят. Ну три ублюдка выпало, блин. Да как такое вообще может быть, блин? Блин, мозг просто сейчас взорвется, ребят. Ну как может быть три ублюдка этих выпало? И еще этого выставил сюда. Деловой такой, блин, на тебе нахрен. Достал ты уже, блин. Хера он их прокачал, ребята, блин. Нормально? В шоке, блин. Да я твою мать. Так, три карты. Побежал лечить своего вшивого. Опять я не так сделал, ну... Ну почему такой тупой, блин, как сибирский вальнет? Ну надо было сделать, не так, блин. Надо было вот этого поставить. Да, конечно. Силовой такой, блин. Мешался нахрен. Ой, я совсем забыл. Я совсем забыл, ребят. Я на сомневаюсь, что у него будет надгробие. Ладно, хрен с ним, поставим так. Издеваешься, что ли, а? Ты издеваешься сейчас надо мной? Бомба, ребят, бомба. Херомба, блин. Ну неужели, блин? Я не знаю, друзья, у него не должно остаться. Давай так поставим. И вот так. Слушай, у меня такое ощущение, что знакомая что-то какая-то колода. Дежавю, что ли? Он ковру рубает. Он, наверное, не знает, что у меня еще есть хил. Его, да, залечил?
Ха, ты прикинь? Ну ладно, хорошо, гад. Хорошо. Так, сейчас он мне бьет в блок, надеюсь, бьет. Кукуруза, это все хорошо, но это так не вовремя. Подарочки раздает. Мне-то один, а ему три, блин. О, ребята, ну это что за отстой? Выпал, блин. Ну, сейчас блок сработает. О, да! Ну, неужели... Неужели, друзья мои, выпал он в коем-то веке выпало. Это хмырьё мне, блин. Ай, ты просто не представляешь, это какое, как блаженство, ребят. Все, он обрадовался уже, все, у него все хорошо. Ему вот так вот ему... Хлоп. Я и забыл про это совсем. И еще вот так вот. Хлоп. Да. И тут у него срабатывает блок. Так, он уничтожает двух. О! Как он с этим будет бороться, я не знаю. И все? И все? Понятно. Это уже не страшно. Это, ребята, уже не страшно. Смотри. Бамс. Моща. Моща, ребята. Мощи, понимаешь? Мощнуха, блин. А мы бы уже давным-давно были бы с тобой на 43-м ранге, если бы не тот вылет. Ребят, если бы не тот вылет по ВПН. Все. Хлыщей просто ставлю на место. Шучу, ребят. Конечно, шучу. Каждый щегол знает свое место. Опять, блин. Опять этот... Тридцать четвертый ранг. Котелок варит, наверное, я думаю. Блин, у меня Бравл Старс, Clash of Clans сегодня. Походу, ни хрена у меня не будет сегодня. Ну что, проверили на вшивость? Чё он так греется, соска, блин, при зарядке? Видишь, камушек потратил. А у меня еще один росточек. А у него еще один камушек, да? Ну давай ты пришиву уже, ходи, блин. Нет, у него, ребят, ни камушек, ни хрена. К сожалению.
Ну нет смысла на того шоу тратиться. Нету. О! Знакомая песня. Знакомая песня, друзья мои. А где же твои эти? Как их звать-то? Гаргантологи или как их? Я не помню, ребят. Ландшафта, надеюсь, у тебя нету? Серьезно? Нету вообще ничего, ни хилищей херни, ничего нету. Давай сделаем так. Сделаем так. Он три себе стал? Три, ребят. Три энергии на вирус, да? И вот так. Да ты заколебал, ёпрст ты. Сколько ты их там нахапал-то, чмошник, блин. Давай в блок бей, блин. Вот я не блок, блин. Это сейчас еще превратится в мудозвонов какого-нибудь, блин. Ну и что ты прикажешь мне делать? Давай в блок. Ребята, они забыли, что такое блок вообще. Для них блок слова не существует, понимаешь? Ну как вот так вот может быть-то? Ёпарасоте, блин. Ну чё это за дерьмище выпало, блин? Рука, блин. Пипец рука, блин. Я охренею, блин. Могилы эти вшивые, которые нахер не нужны, блин. Когда они, блин, нужны, эти могилы, блин, они никогда не выпадают, блин. Когда они нахер не нужны, они влезут тебе, блин, в руку. На, жри, блин. Куда я их, блин, тратить должен? Жопу себе засовывать, блин. Блюдки, блин. Дают, блядь. Как тут, ребята, бомбить не будет, блядь, когда хуйню какую-то дают, блядь. Твою мать, блядь. Чё, не так, что ли, блядь? И нахер отсюда, блядь. Просто... Просто вымораживает, понимаешь? Надавал мне говна всякого, блин. Ничего нормального нет. Он нам 8 дал, блин. Карт, блин, хоть жопой жри. Он дает тебе дерьмище какое-то. Играй, блин. Играй, балалайщик, блин. Играй, блин. На гармошке, блин. Пипец просто. Чё ты там довольный такой, блин? Чё ты хочешь там выставить опять? Выставляющий вшивый. Ну ладно, уничтожишь ты его. Потратился. Блять, вот смотри, ну что это? Ну запоносина такая. Давай, иди, хакай. Прыгай, радостный. Я уже понял, что у вас там. Вот когда нужны.
Ребят, вот когда нужны, блин, могилы, их нету. Ну их нету, блин. Тварина, блин. Я не удивлюсь, сейчас ракета какая-нибудь прилетит ко мне. Кровожадность, блин. Карамельки, блин. 6, блин, да хреново, блин. Лицо, что ли? Ты серьезно? Расслабился, ребят. Ох, как я расслабился. Чё ждет-то? Как вот с того момента, как вырубилось, все, пошло через одно место. Ну что они мне дают, блин? Ну 8, 6, 9, 6, ребят. Мне нечего, нечего поставить, понимаешь? Нечего сделать. Ничего. Заклинашку я не могу применить, он в могиле, блин. Бесявый рандом. Томатов, блин, чуть ли не 4 штуки в колоде, ребята. Ни одного не дают. Ни одногошеньки. Ни одного томата тебе не дают, понимаешь? Этого разнесу в хлам. Я знаю, что это за... Я уже предполагаю, ребята. Это чувак на колокольчике. Меня спасет только одно. Знаешь, что меня спасет? Меня спасет, если мне выпадет патиссон. Если патиссон выпадает, все, ему хана. Если патиссона не будет, меня разносят в труху. Сейчас увидишь, почему. Конечно, какой тебе патиссон, Рэй? Какой тебе в опу патиссон, блин? А не сон. Ну хотя бы так сделаем. Еще не знаю, там, что у него там было. Можно было бы, конечно, проверить. У него 4 энергии, так? Так. Это хорошо, ребят. Но это танцор, не забывай. А он хочет на танцорах разыграться, да? Ну хлопнем мы этого танцора. А, мы урон получили. Мы можем... Нет, прокачиваться не хочу, не хочу пока. Слушай, я, наверное, думаю, что там... Неужели я прав? Неужели там эти? О ком я думаю? Нет. Я думал, что там эти. Как их звать-то? Ну ты понял, танцовщицы-то эти. Которые наносят урон усиленный. А вот тут уже, скорее всего, они. Но он же нанесет урон. Да, я был прав. Я был прав, ребята. Хватит легкого заклинания, друзья, чтобы снести его.
А две паттайи, как тебе будет такой расклад? На бочку. Ну, гриба лишимся, да. Гриба лишимся, тут уж не поспоришь. Как весело, блин. Шесть, пять, одиннадцать, у него 3 хп останется. Но 3 хп, ладно. Но все равно, друзья, ну что это, ну рука. Хотя цветочки выручили, конечно. Опять танцоры. Заметьте, танцоры. Мода пошла на танцоров. Ну сдавайся ты, если ты сдаешься, так сдавайся ты уже. Что ты там сопли-то жуешь, ёпарса ты, блин. Тянет время, говнюк. Ой, ладно, ребятушки, наверное, на сегодня будем заканчивать. 46-й, какой у нас там, 42-й ранг, 8 рангов еще поднять. Я не знаю, когда у нас там заканчивается неделя. Ребят, напишите мне, если кто играет, сколько там дней осталось. Потому что на этой версии, как вы видели, ни хренашечки не показывается абсолютно. Сколько осталось дней, сколько там чего. Мы все задания выполнили. Да, жесткие, конечно, битвы. Особенно, ребята, с невезучей рукой. В моем случае, в данный момент. Просто вот она не прет, и все, рука. И хоть ты там мыли ее, хоть ты мазут ее отмывай, ничегошеньки не получается. Ну что же, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.